Всем привет! Привет всем! Мы идем за Степкой в поликлинику. У нас прием. Ну вот холодно, минус 22 градуса. Я еще пельмешки не убирала. Сейчас приду домой, тогда уже занесу пельмени, посчитаю, сколько их у меня все-таки вышло, сколько я налепила. И буду жарить на ужин котлеты, картошку пюре делать. Что-то, блин, так по-быстрому и бежим. У нас по времени. Нормально, как раз посмотрела, машина ездит или нет. Чтобы не оборачиваться, но ручки замерзают. Носик у меня вообще замерз. Нормальненько. Подскользнешься и упадешь, доиграешься. Нет. Он идет меня все это толкает, подножки ставит. Я говорю, не надо, если упаду, то это упаду. Идем. Представляете, просидели целый час. А зашли на 5 минут. Зашли, справку на выписали, все. И пошли. Сидели целый час, прям час. Ну ничего, отдохнули. Да, сын? Отдохнул. Ну да, сидели, ничего не делали. Просто отдыхали. Так что, сейчас зайдем сюда в хозяюшку, возьмем сосиску в тесте, он хочет. До дома. Ну сразу я готовить не буду. Я сейчас лягу, полежу. А потом уже буду готовить что-нибудь. Степка будет картошку чистить, да, Степ? Давай котлетки будем жарить сейчас. Там фарш остался. В общем, я не хочу пельмешки лепить больше. Нет. Я тесто не хочу ставить больше на пельмени. А то, на которое я налепила, это на Новый год. Так что сейчас картошку пюре сделаю и котлетки. Ну, все. Будет вкусняшечка у нас. Напишу. Рядом, главное, мне не упасть. Стой, да, Аню! Смотрите, зашли мы сюда в магазин, хозяюшка. Здесь такая елка красивая, вообще прям очень красивая, мне понравится. И уже сфотографировалась с ней. Клёвая. Всем привет! С наступающим! Я тут веселюсь. У меня музыка играет. Я танцую. Сейчас картошечку посолю. Готовлю картошку. Сначала все не хотела, думала. Ну, есть что там покушать, не буду готовить. Потом все-таки решила, что приготовлю, что завтра мне уже не готовить. У меня соли чуть-чуть осталось, надо это. У меня есть соль там снизу, надо доставать. Так, пускай картошечку у меня еще кипит, чуть-чуть осталось. Сковородку достала. Сейчас я буду делать котлетки. Хочу в котлетки сегодня добавить картошечку. Одну. Натюрочки сейчас натру ее. На мелкой надо, наверное, не знаю. Еще картошку никогда не добавляю. Без музыки так непривычно. Но я это всегда говорю, ребят. Как мне без музыки непривычно. В шапке жарко. Вот так хорошо. Натюрки тереть. Я вообще картошку никогда не могу тереть. Я всегда, если драники делаю, ну что-нибудь не всегда, муж берет. Ну ладно, решила, захотела картошечку добавить. Как-то фань. У нас на улице морозец, мы сегодня пока дошли, замерзли. Я уже музыку приготовила, телефон взяла мужа, сейчас я музыку врублю на этом, на колонке. И пойду прямой эфир в ТикТок. Потусуюсь там чуть-чуть. Что, нормально это картошечки будет? Одна картошечка. Это кусочек остался, я его закину, пускай варится. Ну, покопила, у меня уже нормально. У меня фарш, который остался с пельменей. А еще пельмени не занесла. Нифига себе, я пришла, пока в компьютере посидела, повалялась. А потом, думаю, пойду готовить. Решила, там громко телевизор сильно идет. Тут у меня фарш.
уже лук добавлен, соль, перец, пельмени. А, еще знаете, что мне надо? Мне еще яйцо надо. Сейчас я принесу. Сходила, пошла за яйцом и забыла, зачем я пошла. Пошла, короче, зашла. Ой, елочка, возле елочки постояла такая, та-та-та-та-та-та. Вернулась на кухню. Что мне надо было? Не помню. Опять сюда подошла, такая встала, на телефон начала стрелять. О, яйцо. Пошла обратно. Взяла яйцо. Чего вы думаете? Пришла. Я накипь снимаю. С картошки. Пришла. Положила яйцо. И опять забыла. Ой, забыла меня. Бабанс. Так, как я сказала, что у меня здесь соль, перчик все добавлено. Еще добавляю хлебушек размоченный. У меня размоченный хлебушек. И буду сейчас лепить вкусненькие котлетки. Потом еще надо будет пельмешки занести. Показать, сколько их у меня. Ну, это, наверное, я... За чего картошку поставила заранее? Потому что у меня почему-то конфорка, это не горит. Не хочет гореть, она тухнет, и все. Работает одна конфорка. Из-за этого мне неудобно так вообще, ребят. Сейчас буду обжаривать в панировочных сухарях. Картошка уже, ой, через день пошла. Я накрыла ее крышечкой, чтобы быстрее сварилась. В общем, пошла я. Прямой эфир, потом покажу, что я приготовила. Вот котлеточки мои готовы, уже покушал у меня муж. Я одну котлетку съела. Кстати, очень вкусненькие. С хлебушком я котлетку поела и попила кофе с конфеткой. А здесь у меня просто картофельное пюре. Без подливки я делаю, потому что подливку у меня никто не ест. Так, картошка с котлетами. Такой у нас сегодня ужин. Так что приятного аппетита, кто кушает.